Занятия в академии ведет врач-косметолог Екатерина Сергеевна Кушнир. Тема сегодняшнего занятия – коррекция формы губ. Контурная пластика губ – это одна из наиболее популярных процедур и безопасных процедур, именно потому, что филлеры на основе гиалуроновой кислоты, они полностью выводятся из организма, не оставляя никаких нежелательных явлений после себя. Филлеры мы используем не только для восполнения объема губ, для увеличения губ. Также мы используем для исправления симметрии, для подчеркивания контура губ. Возрастные губы очень хорошо корректируются, придается легкая припухлость, восполняется утраченный объем, но губы не смотрятся увеличенными, губы смотрятся живыми. Во время коррекции губ также мы можем приподнять уголки губ и поработать с кисетными морщинами. Это вертикальные морщинки, которые идут от верхней губы и от нижней губы, верхней и нижней кисет. Также мы можем с помощью филлеров устранить эту проблему. Но в данном случае лучше будет предварительно постановка ботулотоксина. Если свой контур не четкий, то мы делаем коррекцию контура, чтобы подчеркнуть и арку купидона, и колонны фильтрума. Может быть, колонны фильтрума идут от губы к носу. Я рекомендую вообще изначально показывать фотографии, какие человек в принципе хочет губы. Исходя из этого, уже существует множество техник введения филлеров. Либо это классическая техника, да, когда идет увеличение обеих губ, но верхняя губа она на треть меньше, чем нижняя. Это абсолютно классические губки. Такие губы никогда никто не скажет, что они увеличены, как это какая-то была коррекция. Или же, например, более востребовано у более молодых пациентов – это голливудские губы. Это когда и верхняя губа, и нижняя, они равны, соотношение один к одному. Здесь, конечно, губы уже более эффектны, более сочные. Уже, опять же таки, никто не скажет, что губы сделаны, но губы выглядят более сексуально. Вообще филлеров гиалуроновой кислоты бояться не стоит. Коррекция в любом случае, если это первая коррекция, это однозначно мягкая коррекция, это будет абсолютно естественный объем. Сейчас высмеивают очень большие губы. Это, как правило, однозначно не одна коррекция, это не один миллилитр. Это уже множественные коррекции, очень частые. Мы пытаемся сделать форму максимально естественной, красивой и наполненной. Как правило, коррекцию губ делают раз в год. Филлер сохраняется в течение 8, 10, 12 месяцев, в зависимости от его плотности. Также очень важно обратить внимание на то, какой филлер вам вводят. Необходимо, чтобы это был филлер именно на основе гиалуроновой кислоты, чтобы он был биодеградируемый, то есть рассасываемый. Никаких полимеров, синтетических материалов, чтобы вам не вводили. Филлер должен быть приобретен у официального дистрибьютора. У каждого филлера есть свой стикер. На этом стикере указан срок годности и номер препарата. По этому номеру мы можем проверить, что препарат оригинальный, что это не подделка. К сожалению, на сегодняшний день встречается контрафакт, поэтому необходимо проверить оригинальность препарата.